Это Павитра, чистое место, где Гурудев принял рождение. И оно еще больше прославлено из-за того, что Гурудев здесь родился. Кроме того, Господь Рама был здесь в ссылке. Он пролил милость на Ахалью и также убил Тараку. Поэтому со всех точек зрения это место является необычайно Павитра, необычайно чистым. Посмотрите, насколько это чарующее, красивое место с прекрасными деревьями. Дарьи, дарьи, дарьи.